Па-п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 а. Ну, привет. Здрасте. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Да подожди ты, а это, короче говоря, хайповая игра, а кругом все в нее играют. Она выходила сначала на телефонах, но на телефонах я не играю, не записываю, точнее, вот. Вышла, значит, она на компьютере. Мне разработчик прислал ключ для игрового центра ВК Плей, соответственно, я еще удивился. Не знаю, там в Стиме есть она, не есть, короче. Обожаю радужные колечки, это мой любимый завтрак. Да, это отсылка, вот, отсылка к метели. Короче, Schoolboy Run Away. Игра про то, как ты должен сбежать в роли школьника от родителей. Непонятно почему, непонятно для чего. Три попытки, родители иногда проверяют игрока, мама иногда проверяет несколько комнат. Родители идут на шум через 3 секунды, родители спокойно идут на шум. Разработчику будет приятно почитать. Я не буду, я так скажу, можно? Так, уровень сложности нормально, легко... Да, ладно, окей, нормально, оставим, как и было, поехали. Погнали! Погнали! Согласен, да, согласен. Так, очень, между прочим, приятная комната. Школьник играет в метель, отлично. Значит, сидит школьник, играет в метель. У него есть окно, оттуда падает прекрасный солнечный свет. Мама! А уроки все сделал? Да, все. Тогда неси дневник. А как она по дневнику? Или в смысле она... Что это такое? Двойка? Замечание? Плохо вел себя на уроке? Баловался? И ты еще гулять собрался? Не стыдно? Бегом учить уроки! Никаких гулянок! Он сегодня не выйдет. И смотри у меня, если увижу, что ты занимаешься чем-то другим, ну, получишь по первое число. Короче, смысл в чем? Смысл в том, что я уже сейчас начну отзывы к игре писать. Звук озвучки прыгает, надо исправлять это дело. Так, значит, упражнение для повторения. Скорость ракеты равна 8 км в секунду. Сколько минут она пролетит? 960 км. Из листа картона можно вырезать 6 одинаковых квадратов. Сколько листов картона надо для того, чтобы вырезать 50 таких квадратов? Что-то как-то задания очень резко отличаются. Объем прямоугольного параллелепипеда равный... Так, ладно, что делать? Мне решать надо что-то? Или что? Как играть? А, вот я пошел. Я пошел как... Чтобы я и учил уроки. Это несовместимые вещи. Ебать, дурачком вырастешь, 100% нельзя так делать. Ладно, давайте перед тем, как мы начнем сбегать от родителей на улицу, мы посмотрим рекламу, чтобы больше ни на что не отвлекаться. Скорее всего, вы заметили, что количество девайсов, которыми мы пользуемся ежедневно, все растет и растет. Нам нужны ноутбуки, телефоны, колонки, смарт-часы и так далее. И ассортимент по каждому девайсу настолько широкий, что легко испытать фрустрацию при выборе. С этой дилеммой поможет CityLink, который уже 15 лет занимается электроникой и на своих ресурсах делится подробными обзорами и тестами техники, говоря на одном языке с покупателями. Кстати, у CityLink есть удобное приложение, где простая навигация и более 100 тысяч товаров от известных производителей. Он в первых рядах тех, кто привозит технику в Россию. Так сказать, от фитнес-браслета до Steam Deck'а. Поэтому, если думали обновить бук, телефон или любой другой гаджет, то чекайте CityLink. Скорее всего, вы найдете то, что вам надо. А с промокодом Куплинов еще и скидка в 10% на первую покупку. Переходите по ссылке в описании и обновляйтесь вместе с CityLink. А мы продолжаем. Да, электроника, бытовая техника, много-много всего полезного, гаджеты, все вот это вот. Все вот это вот со скидкой, конечно же, да. Так что... Переходим на сайт, соответственно, CityLink, и там все, для приложения, и там все это себе дело заказываем, выбираем, смотрим. Ужас! Что значит ужас?
А, ужас, это в смысле то, что вы не ставите лайки, забываете их ставить во время просмотра или после просмотра. Так я поэтому вам и ненавязчиво напоминаю. Ну, правильно говорю, я просто так не понял. Что... А, это батя футбол свой. Я думал, это у нас с уроками вместе он сидит, что-то делает. Ладно, так, шмотки. Что-то какой-то я низкий, по-моему. Нет, мне кажется, я был повыше. Что мне нужно делать? У меня тут за мной было написано, вон, подсказки. Смотри, вот тут за мной написано, что у меня есть какие-то подсказки. Но я их нажимать пока не буду. Да не ему, твою мать, а! Так, я включил компьютер, да? Окей. Так, это моя кофта. Это мои кидосы. Так он повыше был. Так, введи пароль. Раз, два, три. Эндрю, год рождения. Эндрю плюс год рождения. Куда ты пинаешь, а? А я откуда знаю, какой у него год рождения? Как выйти отсюда? А, вот все. Так, Эндрю плюс год рождения. Ну, нам нужно найти какой-нибудь... Так, дневник не работает. Это мы не делаем. Это сюда, это туда. Это тут урна, плохие уроки. Какой у него год рождения? Подожди. Мы что-то о нем знаем, нет? Так, тумбочка пусто, тук пусто, сок. Давайте попробуем про... У него что-то там в руках. Давайте попробуем просто выйти. Так, ну здесь батина комната получается, да? Да, батя смотрит футбик. Ладно, окей. У бати есть кондёр, у бати вообще элитная получается комната. Так, кто-то с кем-то играет, хорошо, окей. Батя жрет, батя пьет, ладно, поехали дальше. Так, это, хорошо, это комната родителей. Действительно. Так, это мамкин мини-ноутбук сразу с этими. С кучей тачпадов, все я понял. Нетбук с кучей тачпадов. Так, а... Надо пойти полить цветы. Чьи, зачем? Так, время 16:32. Так, маманькин лифчик. Хорошо, это мы не трогаем. Сал... Ну, понятно. Ну, родители молодые, конечно, еще что. Так, а вот, соответственно, и ноутбук. Но он не работает. Хорошо. Так, это какой-то массажный коврик. Это мать тут чем-то занимается. Да не кричи, пожалуйста. Хотя нет, кричи. Кричи погромче, чтобы я, соответственно, был потише и такой... Так, окей, сейф. Отобразить название цветов. Это что значит? Вот я бы показал. Это типа это, для если у кого-то с цветами проблемы. Окей. Сейчас все так делают, это правильно, это нужно. Так, отобразить название цветов. То есть мне где-то нужно понять... Опа, ключи от машины. То есть мне где-то нужно понять, каким образом зашифрован сейф с помощью цветов. Но здесь цвета не очень сильно похожи. Так, смс-ка пришла. Ой-о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 й! А я не поняла. Кто открыл дверь? Думал, что я не замечу! Гена! Давай бегом на помощь! Гена! Наш сын куда-то делся! Наш сын прячется где-то! Я сижу, улыбаюсь, чтобы открыли, увидели меня. Попался! Да? Я не прятался нихуя. Давай бегом вокруг дома! Три круга, побежал! Ладно, окей. Тара-ти-тара-та-та-та-та. Хорошо. Не понимаю такого наказания. А, ты не любишь бегать, все, я понял. Ну, блядь, ну, три круга вокруг дома на свежем воздухе подышать маленько выйти. И все равно этим компудахтером ебаным этом сидеть постоянно. Что-то сидишь там. Давай, быстрее! Да не ори, отец, но бегу как могу. И постоянно что-то сидеть в эти там метели играть. Ну, метель прошел, пошел, немножечко побегал, прогулялся, подышал свежим воздухом. Красота! Посмотрел как раз что где... Кстати... Ёб твою мать. Ну не стыдно, но, блядь, зайди в дом, но ты же тут последний же... Последний круг! Придурок старый, блядь. Ты же живешь тут, в конце-то концу. Да я о чем мне думать-то? Короче, а возможно, эти круги сделаны для того, чтобы я чуть-чуть мелким взглядом посмотрел, что где есть. Типа, он есть арбуз, он там что-то лежит. А, это пульт, это нам не нужно, скорее всего. Ладно, окей. Пробежали вокруг. Так, собака лежит, грустит, но что рядом с ней постоянно ссут. Я бы тоже грустил, наверное, если бы я так молодец! Было.
Теперь быстро уроки учить. Проводишь меня? Спасибо. Так, ладно, отрезок, это все хуйня. У меня появились ключи от машины. Хорошо, ему нужно полить цветы, он сказал. Зачем? Не понимаю. Так, тут я все открывал, да? Хорошо, смотри, то есть получается раз-два, и мы типа выходим. Раз, закрываем дверь. Хорошо. Так, у нас кухня... Где? Так, это выход, хорошо. Но мы типа можем уехать из дома на машине. Входная дверь заперта. А ключ, наверное, у мамы. Наверное. Так, я прыгать не умею, посмотреть туда не могу. Так, этот ключ не подходит, хорошо. Так, это ванна. Окей, ну, типа закрываем. Молодцы! Ну вот, можете же, а? Можете, да. Да как мне, блядь, посмотреть куда-то повыше? Может, попробовать вылезти во двор через окно на кухне? Так там маманька же что-то готовит. Нужно создать повод, чтобы мама открыла его сама. Нужно, чтобы завоняло из туалета? Интересный повод, кстати. Решетка привинчена на винты. Так, здесь можно прятаться, да? Ну, мы типа можем... Подожди, кухня вот здесь, да? Так, ну ладно, давай, пусть воняет из туалета, а мы, соответственно, пойдем. Нет, подожди. Ей сейчас завоняет, а мы, типа, учим уроки. Все, я понял. Так, учу уроки. Ну, я подожду. Она должна, по идее, почуять, как из туалета воняет, и открыть окно, чтобы проветрить. Потому что на кухню ее... Да какая подсказка, иди нахер. Полью цветы. Ага. Пошла полить цветы. Так. Думала, я не замечу открытую дверь. Мне что, поссать нельзя сходить, что ли? В смысле? Мне что, на кровать вот тебе нассать? Учишь уроки, значит. Тебе что сказали? Мне не... Мне не говори... Давай вперед из песни, да чтобы пол блестел. Ёб твою мать. А ты оставляешь меня здесь одного? Окей, я понял, ладно. Допустим. Так, ну подожди, значит, с туалетом не прокатило. Хотя это странно, оттуда воняет. Мне кажется, так оно должно быть. Не халтурь! Да ладно, ладно, не халтурю, не ссы. Бля, какие злые родители, пиздец. Не, ну он двоечник, если бездельник, конечно, что он хочет, надо учить. Молодец, уроки. Иди к себе в комнату, я еще зайду проведать тебя. Так, ладно, окей, как открыть окно? Так, учу, ладно. Учу, не интересно, он прыгать не может, вот в чем главная беда. Так, его год рождения, блять, какой у него год рождения? Может какой-то паспорт найти, в каком он классе двоечник? Что это за альбом, что это за награда? Как залезть на стул? Никак. Мне кажется, что где-то должно быть какое-то там, я не знаю, свидетельство о рождении. Может быть, даже уже паспорт, если ему там 14+. Но у него, короче, ничего... Так, ладно, окей. Ладно, окей. Продолжаем исследовать туалет. Так, ну он воняет. Ну иди ты, твою мать, он воняет. Перед запуском насыпьте порошок. Е? Правая кнопка? Как это делается? Тут есть управление? Так, графика высокие. А где управление? Взаимодействует ЛКМ. Ну вот я его выбрал, ну. Сколько можно? Перед запуском запрузите в барабан грязные вещи. А где я их возьму? Блять, ты что делаешь-то? Так, здесь можно что-то... А, можно в ванне помыться прям. Лампочка, окей. Так, это плохо. Это хорошо. Так, ладно. Здесь увидели. Здесь ёршик не берется. Это не смывается. Блин, я не понимаю, как насыпать порошок. Возможно, сначала вещи найти. Ладно, это закроем. Блять, какой у него... Может... А, так я на контроле все это время хожу. Серьезно? Пойду гляну, кто там мне пишет.
Так, это он ушел в свою комнату, кстати говоря. Если я буду передвигаться, погоди, сидя, то родители меня не услышат. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Так, я пока... Это пробный заход, я пока смотрю. Точно был закрыт. Сейчас ты у меня получишь. Так, ладно, окей. Попался! Да попался, попался. Третий раз уже. Время прохождения 11 минут. Вот же, как я так облажался. Надо было быть более бдительным и хитрым. С таким навыком все, что я могу, это только получить ремня по заднице. Так, а я... Меня же уже ловили в этой комнате. Почему там ничего не исправилось? Так, ладно, хорошо, окей. Не могу я делать то, что мне не нравится. Все, поехали дальше. Поехали дальше. Я все это время, оказывается, на контроле ходил почему-то. Почему, непонятно. Короче, ладно. Ебать, я какой здоровый стал. А, за участие в конкурсе «Худший ученик». Грамота бездельника года. И, соответственно, двоечник. Так, он здесь прыгать тоже не может. А, фотография. Сбросить. Ее можно вертеть. Так, возраст 8 лет. 2010. Хорошо, поехали. 2010. Как долго грузится компьютер, пиздец. Так, Эндрив 2010. Пойдет так? Плюс надо поставить, да? Хорошо. Поставим плюс. Ну и... А, блядь, не то написал. Андреев 2010. Блядь, ладно. Без плюса, хорошо. Так, Андреев. Андреев 2010. Или там был написан этот, как его? Ну и... А, возраст, это дата фотографии, значит, не 2010, а 2002, все окей. 2002, ладно. Эндрюф, 2002. Хорошо. Так, значит, метель. Можно в одной игре поиграть в другую. Ладно, понятно. Так, играть демо-версию. Ага. Реально можно поиграть, смотри. Так, как отсюда выйти? Пауза. Так, это закрыть. А, в корзине что-то есть? Корзина пустая. Почта. Контакты. Отправить фейковое сообщение. А, нет сообщений. Писать нельзя. Игорь. А, туда ее тогда погнали гулять. Так, секунду. Привет, скинь домашку по математике. Привет, я сам не делал. Ага, окей, туда ее пойди гулять, пошли. Вика. Да куда ж ты? А, приветик, а ты кто? А, Андрей с 5-го. Ясно, как дела, что делать, выходи погуляй. Так, и школа, значит. А, уважаемые родители, приглашаем вас на родительское собрание, которое состоится 26 января. На собрании будут обсуждаться следующие вопросы. Успеваемость и поведение, вопросы безопасности, дисциплины, сбор средств на нужды класса, ваше приветствие и присутствие очень важно для нас. Мы рассчитываем на вашу поддержку. Так, уважаемые ученики, приглашаем вас принять участие в пошкольной конкурсе сочинений на тему «Моя мечта». Конкурс проводится с целью развития творческих способностей у учащихся, расширения кругозора и углубления знаний по предмету. Участникам конкурса необходимо написать сочинение объемом от 300 до 500 слов. Работа должна быть оригинальными и не ранее опубликованными. Лучшие сочинения будут отмечены дипломами. Заявки на участие до 15 февраля не упустить возможность. Так, ладно, значит, мы можем отправить фейковое сообщение, чтобы его, соответственно, отвлечь. Хорошо. А, браузер. Так, это YouTube-канал Linkin Squad. Окей, Linkin Squad. Окей, так, вот это можешь нажать, нет? Ой, ну куда ты поехал? Куда? Куда? Зачем? Почему? Я нажал, я на другую нажимал ссылку. Ладно, окей. Открылось. Так, а... нет, все открывает только это, да? Больше ничего не открывает. Хорошо. Так, терминал. Сюда можно что-то ввести. Это командная строка. Это командная строка. Хорошо. Так, она зайдет ко мне в комнату, нет? Она, кстати, ушла на кухню. Ушла на кухню, хорошо. А где она их поливает? У себя в комнате?
Так, что-то готовит. Короче, спички, огурцы, салаты нарезает. В холодильнике колбаса. Блядь, кто сожрал мою колбасу? А снотворное взял? То есть бате можно снотворное подсыпать. Все, понял. Замороженное мясо. Ага. Так, за колбасу пиздюлей я сейчас получу. Это понятно. Фонарик. Зачем он нужен мне? Да, блядь, выйти. Подожди, в нем что-то есть. Его можно разобрать на батарейке, да, окей. Да, хорошо. Это положить обратно, сбросить. Блядь, выйти, ладно. Так, выйти. Ну, за колбасу я уже пиздюлей получу, поэтому давайте не отвлекаться. Эта дверь была открыта! Так, колюч от чего-то. Дверь была открыта, я ничего не запирал. Гена! Давай бегом на помощь! Наш сын куда-то делся! Ага, здесь отсюда падает стакан, все понял. Блять, да хватит меня бить-то! Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было! Как скажете, как скажете. Так, я много чего налутал, окей, я много что налутал. Мне это уже нравится, у меня есть батарейки, у меня есть замороженное мясо. Для собаки, кстати. Собаку можно, наверное, как-то это, как ее... Собаку можно мясом как-то, чтобы она начала орать, наверное, как-то отвлекать родителей. Бля, вроде все подмел, нет? Батарейки для чего нужны, я не понимаю. Не будешь учиться, всю жизнь мести дворы будешь. Ну, бля, свежий воздух. Конечно, не хотелось бы, но свежий воздух, что ж теперь. Как говорится, все работы важны, все работы нужны. Подожди, мать, я еще не домел. Подожди. Да я не домел еще. Так, ладно, батарейки, замерзшее мясо, снотворное. Снотворное можно... Опа, лампочка. Снотворное можно подсыпать бате в пиво. Правильно? Правильно. Так, это что такое? Это закрыть. Дальше, поехали дальше. Включись. Как он, блядь, включается? Так, ладно. Браузер, поехали. Так, в браузер мы посмотрим, что интересного. Музыка. Drum and Bass. Это батик тут написал. Так, ладно, пойдем попробуем выключить. Пойдем попробуем бате снотворное сразу подсыпать. Так, снотворное, окей. Ага, снотворное подсыпал, окей. Батя сейчас уснет, допустим. Хорошо. Так, но для чего мне батарейки, я особо не понял. Так, здесь у нас что, книжки-хуишки. На грамотах что-нибудь написано, кубик Рубика. 4. Это типа подсказка? Блядь. А как я... Так, он уснул, окей, подожди, ладно, с паролем потом разберемся. Так, этот закипел, допустим. Ремень. У него что-то можно спиздить здесь, судя по всему. Вопрос, что? Так, Джокер Шоу... Это что такое? Спрей от насекомых. Еще Джокер Шоу метель. Хорошо, все кругом... Кругом одни отсеки, ясно. Так, пульты. Провода. Здесь ничего. Качество очень плохое. Непонятно что. Наверное, футбол с Ютуба смотрит. Так, спит. И что? Храпит. У него же ничего здесь нету. Так, здесь пусто, стопки. О, бля. Вот это меня вырубило. О, бля. Ой-ой-ой. Так, но я не успел. Ладно, все облутать. Ладно, может, успеем. Пизда. А ну стоять! Пизда, пизда, пизда. Я понял, я понял, я понял. Я здесь, ну все, ну... Попался! Попался, да, что поделать, что поделать? Давай быстро, 20 приседаний. Давай, раз. Раз, 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 два, три, четыре, пять, шесть, семь, не дают быстро покликать, смотри. Девять. А, не дают быстро. 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Смотри мне. Ну, бляха, его приучают к труду, приучают к спорту. Очень даже неплохо, не какие-то бесполезные наказания, а двор подмести, вокруг дом пробежать. Да, конечно, ремнем пиздит, это нехорошо, но что поделать. Так, ладно. А чё реально, я чё где должен, у меня пока ни одной мысли вообще. У меня появился ключ от чего-то. Ключ от чего-то непонятного. Так, ладно, пойдемте попробуем этим ключом открыть вот эту вот дверь. Этот ключ не подходит. Хорошо, вот эта дверь. Вот же. Окей. Входная дверь заперта. А от чего? Может попробовать вылезти во двор через окно на кухне? Нужно только создать, чтобы мама открыла его сама. Да какой же, сколько сука, можно хлопок повторять? Жесткий. Какой же жесткий хлопок просто прилетает. Ай, блядь. Ладно, допустим. Давайте заново, хорошо, 16. А, я ж заново нажал, нет? Я ж нажал заново. Так, ладно. Очень несправедливость. Теперь сиди, учи уроки из-за какой-то училки. Так, фонарик. Фонарик у нас прямо здесь, окей. Батарейки есть, батарейки есть. Фонарик закрыть, назад положить, завернуть. Давайте теперь аккуратно, плюс-минус что-то будем понимать. Тут год рождения меняется, нет? Нет, не меняется, хорошо. А мы из компьютера только фейковое сообщение можем отправить, да, и все. Ну, кто так бьет? Ну, либо мы можем дождаться, пока он сам пойдет его проверять. Тут как бы не так страшно. Так, здесь ничего. Я уже заприметил вещи, которые мы плюс-минус можем в игре находить. Ай! Осталось понять, куда эти вещи в игре применять, хорошо. Так, ладно. Пойдемте сначала обратно в туалет, наверное. Так, цветок, тетрадки. Он их может... Блять. Что? Здесь кого-то можно запереть. Все, я понял. Кого-то здесь можно запереть, хорошо. Окей, чисто случайно получи. Так, это что такое? Ой, ё-моё. Тут понадобится специальное средство от жира. Да куда ж ты... Это чтобы сигнализацию... Введите пин-код. Грязный жирный экран, блядь. Вот типа не будет срабатывать, что ли? Так, ладно, это закрыто. Вот же входная. Это закрыто. А ключ, наверное, у мамы. Допустим. Я так понимаю, все вещи, которые можно собирать, они не считаются тем, что... А что-то теперь не воняет. Почему? Так, тут привинчено, ёршик не берется. Грязная тряпка, швабра. Опа. Швабру можно развернуть, хорошо. Отлично. Так, средство от жира, ай, хорошо. Так, блядь, как отсюда выйти теперь? А, заебись. Вот, отлично. Как вылезти во двор через окно на кухне? Через окно на кухне. Так, тюбик с пастой. Станок. Мама, это включается. Мыло, щетки. Так, хорошо, это не берется. Бумага. Окей, полотенцесушитель. Так, сейчас мать пойдет. Так, мать польет цветы. Да, мать пойдет поливать цветы, а мы, соответственно, сидим, а читаем. Если отключить вытяжку? Отключить вытяжку? Кстати, как вариант. Она куда идет цветы лить? Так, непонятно. 5:25. Так, отключить вытяжку. Можно устроить дымовую завесу. Подожди, она сейчас будет, завеса дымовая или нет? Так, я пошел. Я не знаю, вытяжку отключил, дымовую завесу я, судя по всему, какую-то устроил. Правда, там будет не дымовая завеса, а... Жиром, не жиром, а начнет вонять вот этой вот жареной все очень сильно. То есть она мне просто откроет окно, и я могу сбежать самым первым, самым простым способом, правильно? Да, она на улицу ходит цветы поливать. А, нихера себе, она далеко уходит, она ходит через входную дверь. Так, ладно, окей. Нам еще нужно записать цветы на кубики, цвета.
И мы тогда узнаем пароль. Ты уже! Наверное. Кто мне выключил вытяжку? А-а-а, надо было выключить и обратно включить. Вот так ты учишь уроки, значит. Как? Тебе вот сижу, сказали? Учу, параллелепипед сижу. А? Да я параллелепипед вообще полностью изучил, давай, блядь, с ног до головы. Давай, вперед из песни, да чтобы пол блестел. Блядь, сама засралась, тебя убирать, что ли, должен? Сама убирай, в конце-то концов. Я сидел, учил параллелепипеды, там картон резал, сидел 10 часов, блядь. Ты чё? Ты посмотри на него. Посмотри на него, посмотри, конечно, сидит способный ученик, блядь, надежда школы, гордость России, блядь, будущего, я не знаю, там, чего угодно. Почему ты, блядь, меня заставляешь мыть полы? Иди к себе в комнату, я еще вот зайду так бы проведать тебя. Вот правильно, что это такое вообще? Я... Гордость, я не знаю, я... без меня вообще никак. Без меня в будущем все, блядь, развалится. Я главный вообще человек. У меня параллелепипедный картон, блядь, со скоростью 5 километров в секунду, нахуй. Так, ладно. Я пошел. Это бате написали, ладно. Так, антижир. Тряпка слишком грязная. Ладно, помоем сейчас, хорошо. Помоем сейчас, поехали. Помылась тряпка, нет? Заебись, и чем ее помыть? Грязная, так она грязная. Ее надо постирать. Серьезно? Ебать, я просто на тоненького успел. Молодец, учись. А я пойду. А че я, видать, блядь, белье постирать пошел? И сейчас за это еще и пизделей получу, серьезно? Здесь кто-то был? Никого не было. Ну и... Он типа, ну и догадаешься? Пропал стиральный порошок. Его назад надо ставить. Делаешь вид, что учишь уроки? Я не вид делаю. Бля, это так не помогает мне учить. Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. Ёб твою мать. Так, ладно, окей. То есть порошок стиральный нужно было назад положить. Методом проб и ошибок, короче, постепенно мы выясним, как и что должно быть, как и что должно работать. Окей. Одной серии, получается, эта игра не обойдется, потому что я даже не близко не приблизился к тому, что я в этой игре вообще должен сделать. Ладно, ничего страшного. Хахуя себе лентяй! Ты посмотри, как херачу, смотри! Смотри, только брызги в разные стороны летят. Сухой метлой мету, брызги из земли достаю. Ёд, как эффектно я мету. Окей, все, я понял. Все, я понял, окей, лапа, все. Так, порошок пропал. Тряпка-то постиралась, нет? Так, тряпка чистая, хорошо. Стиральный порошок. Да, назад можно поставить. Ладно. Это нужно открыть, потому что она была открытая. Так, чистая тряпка. Окей. Каков пин-код? Пин-код я не знаю абсолютно никакого. Пин-кода я не знаю. Так, ладно, я протер. Это что-то свет включается? Палево. Понял. Понял, палево. В кладовой нет лампочки. И она заперта на ключ. Хорошо. Так, ладно, давайте отправим фейковое сообщение. У нас компьютер включается через монитор или через системники, что-то не пойму. Так, андреф. Ой, ну да. Андреф 2002. Так, окей. Одни инвалиды в команде. Почта. Отправить фейковое сообщение. Приветик, малыш, бля. Так, ладно, все окей. Режим сна. Стоять! Да ты что там долго идешь-то? Тебе там пишут! Ясно было сказано! Тебе там пишут! Что ты делаешь? Да почему, блядь, заново-то все? Погнали, да. Так, ну ладно. Делать то, что мне не нравится. Окей. Хочу жить свободно.
свободно. Рано тебе еще свободно жить, блядь. Слишком ты еще мал, нахуй. Еще опыта в жизни у тебя нет, чтобы свободно тебе жить. Ишь, что, блядь, захотел. Все это в рамках игры, не выебывайся. Так, здесь ничего, здесь фонарик, окей. Батарейки опять. Блядь, что ты делаешь? Батарейки. Я не понимаю, куда их вставлять. Ну, если только что-то в кладовой делать. А мне интересно, если в моей же комнате я не закрою, например... я не закрою какой-нибудь шкаф. Мне тоже за это пиздов дадут, нет? Так, кубик-рубик. Мне интересно, здесь цвета вообще не меняются на нем? Нет? Если нет, то надо будет один раз просто записать и потом... Да что ты? У меня во рту мешается. Нужно будет один раз записать и после этого, соответственно, на листочке иметь в виду. Так, цветок. Это хорошо, это ладно. Здесь пока закрыли. Здесь, окей. Так, средство от жира, кстати, пропало куда-то. Ну, здесь предметы рандомно постоянно делаются, это понятно. Так, раз, два, три. Блять, стиральный порошок закрыть, поставить назад. Так, здесь. Опа, что-то лежит. Блять, там что-то может лежать, но, судя по всему, не сейчас. Так, лампочка, хорошо. Это не берется. Окей, две батарейки и лампочка. Окно не открывается. Решетка не отвинчивается. То есть мне, ну, во-первых, мне нужна отвертка. Отвертка по-любому находится в кладовке, это 100%. Чтобы в кладовку попасть, нужен ключ. Чтобы попасть в кладовку и было светло, нужна лампочка. Лампочка есть. То есть, по идее, мне нужно... Подожди, нужно какой-то таймер иметь, хотя бы внутренний, чтобы... понимать, во сколько и кто, через какой промежуток времени ходит поливать цветы. Ходит поливать цветы и ходит отвечать на сообщения. Мне интересно, если маманя пойдет поливать цветы, она заметит то, что я на кухне, или не заметит? Мне кажется, она должна заметить. Куда ты пинаешь? Так, давайте проверим вот что. Давайте вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так и поехали. А, где мы здесь можем спрятаться? Вопрос на миллион. Мне кажется, здесь мы спрятаться нигде не можем. Хотя... Хотя, окей. Окей, как только мы услышим телефон... Ой, ужас. А, ноутбук разряжен, нужна зарядка. Хорошо. Нам нужна зарядка для ноутбука. Жалко, что батарейки в него не вставить. Блять, вот как хорошо было раньше. Блядь, взял батарейки, вставил, заебищица. Заряжать 100 раз, блять, перезаряжать. Так, ладно, сейф. Сейф мы имеем в виду, это нужно с кубиком Рубиком разобраться. Так, здесь у нас не открывается. Надо пойти отлить. Так, этот в туалет, этот на цветы, хорошо. Заперто, блядь. Вот, наверное, тут маленький ключик был отсюда. Так, фотография. Здесь ничего. Вот теперь, на самом деле, неплохо было бы обратно в комнату пойти. Так, эту дверь не трогай, она была открыта. Так, цветы поливаются, хорошо. Она просто вот реально, написано было в начале, что родители могут, маманька, может проверять, ходить школьника, соответственно, в комнате. Вопрос, как часто и с какой периодичностью. Хотя, по идее, это одно и то же. Непонятно. Так, ладно, я сижу, делаю уроки. Что мы имеем? А нам нужна отвертка, чтобы нам она отвертка, нужно сходить в кладовую. Нам нужна тряпка, нам нужен жироочиститель, нам нужно мамане сделать дымовую завесу, нам нужно записать цифры с кубика Рубика, нам нужно открыть маленький ящичек в спальне родителей, нам нужно открыть там сейф, нам нужно найти ключ от кладовой, нам нужно попытаться сбежать через заднюю дверь либо забейте через окошко. Уже! Нам нужно еще до кучи. У нас есть ключи от машины, временами где-то бывают, и что-то с ними можем сделать. Ладно, хорошо. Ладно, хорошо.
Давайте пока опять сюда. Короче, мы можем спрятаться здесь в комнате в шкафу. В этом страшного пока ничего нет. Самое страшное... Опа, заколка. Заколка да, это да, что-то мазила. Типа отмычки, да? Так, лаки не беру. Я тыкаю просто все подряд, чтобы понимать, где и что я могу взять еще. Так, здесь у нас ничего. Здесь маленький ключик нужен. Здесь штаны, батины пустые. Ящик все, пустой. Мимо. Так, ключи от машины есть. Блять. Так, окей, выключился, отлично. Свадебная фотография. Тут все нормально. Фужеры, бокалы, книжки, хорошо. Так, разочарование, ладно, бывает. Так, ваза! Блин. Это шум из спальни? Надо проверить. Нужно срочно где-нибудь спрятаться. Блять, а места-то нет. Надеюсь, я ничего не забыл. Места-то нет! Здесь кто-то был? Места-то нет. Кто трогал вазу? Места-то нет. Вылетело одно через одно. Ах ты, маленький засранец. Так, а чего я нашел ключик? Куда делся? Давай бросай дела! Наш сын опять пытается сбежать! Это уже неоднократно, да, такая хуйня случается? А если этот, если они меня не найдут, они просто подумают, что я сбежал, и смирятся с этим? Выходи! Тук-тук-тук! Кто в шкафчике сидит? Это я сижу! Дай только знать, где ты находишься! Да в шкафу! В шкафу я сижу. А, все, что ли, реально? То есть я могу отсидеться в шкафу? Так, ну что-то читает, ладно. Ждем пока. Маленький ключик похож на ключик от ящика. Он ушел? Так, да, он ушел. Ладно, маленький ключик от отсюда. Да в смысле, бляха, не подходит? Серьезно? Так, ладно, ключик... Ключик мы в вазе нашли, допустим. Что еще можем здесь сделать? Возможно, это ключ от кладовой. Ладно, поехали туда. Просто больше ему нет чего быть, этому ключу. А я говорил! Не под... А куда тогда этот ключ-то? Тут же входная дверь заперта. А ключ, наверное, у мамы. Тут больше нет закрытых мест! Так, ладно, эту дверь сразу откроем, чтобы, если что, пробежать. Может, попробовать вылезти во двор через окно на кухне? Так, ладно, телевизор. Опять 25. Нужно создать повод, чтобы мама открыла его сама. Хорошо, откроет, без проблем. А, мне нужно, подожди, мне нужно куда-то эти вещи сначала скинуть, потому что у меня перебор с ними. Давай. А, в этом шкафу я мог прятаться? Все, понял. Так, ладно, Г. Как бросать? А нельзя бросать? А как бросать-то? Подожди. F, E, G. Ну, обычно G. А, блядь, ну это перебор с вещами получается. Что я? Куда я их засуну? Подожди, мы можем попробовать за... Что это такое? Фу, блядь, я Х нажал. Ну ладно, окей. Куда ж ты? Это подсказка, типа. Чего она там показывает? А. Иду, иду. Ебать. Это я замкнул замок.
Ну, заколка обычно используется как отмычка. По объявлению. Ебать, она аж туда пошла. Так нет же там никого, что туда ходила. Так, ладно, окей. А что, если отключить вытяжку? Будет неплохо. Давай, 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 давай! Так, ушла на кухню. Ладно, пробуем еще раз открыть этот. Пробуем еще раз открыть тот ящик, только ну заколкой. Вот можете же всегда, что так не играете, а? Да, открылась, хорошо. Открылась заколкой. И что у нас тут? Нахуя я его открывал? Я тыкаю на любой предмет, он просто закрывает. Так, я зачем его открывал, я не понял. Мы можем из своей комнаты, наверное, жухнуть на машину, на сигнализацию. Да не ему, твою мать, а! Нет, не работает. Так, ладно, пойдем к матери. Посмотрим, что тут есть. Могу включить телевизор. Могу посмотреть. А ну иди сюда! Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. А ты меня услышала, типа, или что, я не понял? Что-то просто ни с того, ни с сего, нахуй. Скорее всего, когда при ней открываешь ящики, она это слышит. Наверное. Ну, по идее, плюс-минус все понятно, что где делать. Осталось только все это привести в какую-то логичную схему и эту схему, соответственно, провернуть. Я так понимаю, способ сбежать здесь может быть не один. Можно сбежать на машине, можно сбежать через окошко. На Васиной машине можно схуярить. Так, ладно. Давайте еще раз попробуем отвлечь мать и попробуем сделать у нее вытяжку. Так, это раз. Так, она ушла. Я пошел сюда быстро. Так, вытяжка. Нужно устроить дымовую завесу. Да бей ты уже! Так, дети что ли балуются? Все, она пошла назад. Сейчас получилась дымовая завеса или нет, мне интересно. Чего ты там делаешь? Ну что, всегда так не играете? Она открыла окошко, нет? Так, открыла. А у меня там, скорее всего, еще закрыта калитка, да? Но через забор я перемахнуть не могу, это 100%, да? Блядь, тут можно отключить свет еще. А вот ключик от чего? Да почему не подходит? Это навесной замок с навесным ключом. Ну, у меня есть... У меня есть ключи от машины. Очиститель, хорошо. Так, ну ясно, понятно. Попался! Ясно, понятно, понятно. Еще много. Давай пути. Быстро, 20 приседаний. Давайте оставим это дело на следующую серию, чтобы я сейчас не торопился. Посмотрим, все это в голове переварим и все это сделаем. Ладно, ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, ставьте там все уведомления. Все, до следующей серии, ребятушки. Всем пока. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Смотри мне.
Впредь веди себя хорошо. Раньше здесь был мат.